Я сегодня планировал много разговаривать с залом. Вот видите, в начале уже вступление такое было. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто хочет поговорить? Кто первый раз сегодня на наших вечерах? О как! Ну, тогда я в двух словах расскажу, зачем мы все тут сидим. Ну, многие сидят, чтобы послушать песни Михаила Щербакова, хотя лучше всего это делать в записи с официальных альбомов. Это наша рекомендация. А мы здесь сидим для того, чтобы вы, кто не знаком с творчеством Михаила Щербакова, с ним познакомились. Для того, чтобы, когда мы решим, что пора его приглашать в город Оренбург с концертом, не было пустого зала, а зал был, наоборот, полный. Ибо автор на наш вкус достаточно значимый, и хотелось бы его пригласить не просто один раз, а даже, может быть, и два. А если он приедет и будет пустой зал, то он вряд ли приедет снова. Вот поэтому мы тут занимаемся просветительской работой, как бы это смешно ни звучало. Вот видите, даже свет в зале не потушили. Просвещаем. Каламбур. Где Иван? Вон Иван. Да. Ваше слово здесь должно быть. Вот. Ну, пока кто-то еще доходит, кто-то доезжает, кто-то рассаживается, что-то звенит немножко. Мы будем потихоньку начинать. Концерт у нас в двух отделениях. Последний в этом году, поэтому лично я и лично Лия настроены играть долго. Последнего человека в зале. Ну, посмотрим. Вначале несколько таких вступительных песен, типа эпиграфов, и вместо них. А, да, я забыл сказать самое главное. Если будут какие-нибудь... Поближе, да? Если будут какие-нибудь у вас комментарии по поводу звука и его качества, вы не молчите ни в коем случае, прямо говорите с места. Гитару не слышно, или там басов мало, или что-то такое. У нас есть Михаил, специально обученный человек. Вот, он все исправит. А мы вернемся к ре-минору. Ближе к селению, там, где река преграждена плотиной, слух угадает голос жилья, глаз различит огни. Впрочем, надейся, не на чертеж, веры ему немного. Русла менялись, лес выгорал, вникни, проверь, сравни. Трещина в камне, жук в янтаре, вот для тебя приметы. Брызги, осколки прежде моей, ныне твоей родни. Этих фрагментов небо создам, так прикоснусь, дотронусь. Слишком знаком мне их обиход, слишком легко творим. Здесь я когда-то рта не жалел, весь белый свет целуя. В странном согласии мыслил себя с чем-то лесным, речным. Словно не только был тростником, но и ладьей, и льдиной. Словно и вправду этот пейзаж некогда был моим. Здесь я задуман, здесь прозябал, в небо смотрел отсюда. Видел, как поздний птичий косяк мчит зимовать в Бомбей. Здесь для чего-то вооружась, чаще плутал звериной. Целил неметко, бил кое-как, делался злей, грубей. Что ж он не мог, не думал в сердцах, слушая крик подранка. Где Артемида, стрелы твои, сжался над ним, добей. В этом театре я танцевал и умирал, танцуя. Этой равнине быть полагал лучшим из равнин. Собственно, больше ты
крылья, знать о мне не должен. Все остальное ряд на воде, темная речь руин. Чаял постичь я этот язык, но до конца ни слова. Так и не понял, будет с меня, дальше пойдешь один. Отсортировывали порядок песен, в каком порядке они будут звучать. Оказалось, что сегодня очень много песен с морской тематикой, поэтому представьте, что мы собрались в поход на корабле. Вот первая песня с такой морской тематикой под названием «Океан» 92-го года. В России, а где Испания, там и Франция, ну, то есть в Европе. Поэтому вот захотелось эту песню сегодня спеть. Не знаю, как получится. Я ее давно не пел. Называется она «Дуэт». Начинают испанцы, а потом им
противостоят, да, возражают французы. Сердцу все в Испании мило, то есть много милее, чем, допустим, во Франции. Все здесь, вплоть до чисел и звуков, больше прелестью дышит, чем в какой-нибудь Франции. Здесь и площадь в размере свыше полумиллиона километров квадратных впечатляет сама по себе, а население впечатляет подавно, доходя до миллиона, почитай сорока. Конечно, уж никак не во Франции. Реки Эбро, Тахо, Дуэро протекают уж точно ни в какой не во Франции. Ни почем не найдется проповедник в Париже, чтобы мог без акцента по-испански сказать не уби, кроме невзрачной полосы пограничной. Ничего у французов с нами общего нет. Славен род испанский, древен, глубоки наши корни, не в пример той же Франции. Сон мы знаменитости наших, популярны повсюду, кроме разве что Франции, всевозможные граждане. Фердинанды, тенора, портретисты здесь родятся весьма и весьма, а у французов, где певцы, кто монархи, мы их даже не знаем и не жаждем узнать. Но мы не то что знать не жаждем, мы в упор того не видим, кто в приду горячки, в душе в помрачении, не озади в чем ни смысле нашей Франции, прекрасный друг Испанию, к примеру, легковерно предпочтет. Ведь по сути там все то же, что и тут, однако хуже раса та же, даже те же Пиренеи, только хуже, язык почти такой же, как у нас, хотя и хуже по-испански, буэнос-диэсу, французский добрый день. И Атлантика похожа та же, и Европа тоже, даже солнце номинально той же солнечной системы, но под нашим дивным солнцем все цветет и гласится, а под их противным солнцем все со страшной силой мрет. Злаки чахнут, реки сохнут, звери дохнут, рыбы дохнут, кобры, зубры, динозавры, не сказав ни слова, дохнут, мрут амёбы, жабы, кравы, даже люди, уж с чего бы им казалось бы, туда же, все же тоже, и они. Блекнет вся испанская слава, всех местная гордость пред величием Франции. Впрочем, и гордиться там нечем, и прославиться трудно, то ли дело во Франции, говорят откровенно, даже как-то неловко, что предмет разговора чересчур неказист удался, так что не ясно, для чего мы так длинно о подобном предмете вообще говорим. Продолжая морскую тему. Вальс Балтийский, волны. Нос, вес, утки, синева, крейсер, не то миноносец. В руке радист репетирует, точка, тире, запятая. Девочка машет с берега белой рукою. Все с бортом машут в ответ, самый красивый не машет. Жаль, жаль, а вот и не жаль, очень ей нужно.
Сказкой чего тут только нет,
Даже добрый друг есть, зовут Коля, а хоть бы и Тима звали. И о нем сюжет, сюжет о том, как молодой непослушный парит вверху над домом, кораблик воздушный, не то кинопланетный, не то обман зрения, не дал объяснения пока никто. Но среди застолья или в трезвой памяти поодиночке, либо всем народом в раз бывало выглянем, а он, красавец, там летит, и значит, как бы все в порядке. С Новым годом вас! Он порхает в вышине, как бабочка, и 31 числа, и 1-го, а траектория его загадочна, не то парабола, не то гипербола. Краткий год подобен дню, день под стать блику. Спросят, чем вы жили, и не вымолвишь в ответ, что, мол, пили водку, ели клубнику, а хоть бы и смородину. Не о ней сюжет, сюжет о том, как самой себе в радость летела моя молодость, моя младость. Махал крыло кораблик с небес и был светел, никто и не заметил, как он исчез. А вместе с ним ушел сюжет из повести, и строчки бьются в крив, как традистанция. Опишу я их, к примеру, в поезде, и следующая станция — Франция. Вы мне скажете, что это, мол, лирика, и что корабль тот в кино все видели, а все же мне бы на него хоть изредка поглядеть бы наяву, хоть издали. Постучать бы в то окно, посвистать дико, вместо гутенморгенку кореглась, как петух. Холодна ли водка, сладка ли клубника, все ли добрый дух сильнее недобрых дух. Не жду ответа, не ищу возврата, она затем и молодость, что крылата. Чего не понял в 20, вдруг поймешь в 40, уж тут никто не зорок, всяк близорук. И потому-то я сижу теперь в поезде, а незабвенный мотылек, кораблик мой под параболи несется, бог весть где, и конца, и края нет. Парабли то и на честном слове, или так на отзвуке, на первой буковке от слова честного, но летит он, кувыркаясь в воздухе, по параболе Лопачевского. Всяк был молодой, да не всяк старый, одного застолья влекло другого в храм. Кто бренчал монетой, а кто гитарой, а-а-а. Песенка походно не полевая. Ого. Да что ж такое? Походы своих забав, среди свободы и диких пчел. Охотник пустых дубрав, провел ты годы, и он пришел. Для меня
место для прослушивания песен Михаила Попова – это там. Вот, поэтому мы стараемся, чтобы вот здесь был он, а мы были там. Сложная песня. Помнишь, как оно бывало, все горело, все светилось. Утром солнце как вставало, тогда ночи не садились. А когда оно садилось, ты звонила мне и пела. Приходи, мол, сделай милость, расскажи, что солнце село. И бежал я, спотыкаясь, и хмелел от поцелуя. И обратно брел, шатаясь, напевая аллилуйя. Шел к приятелю и другу с корабля на бал и с бала. На корабле так по кругу, без конца и без начала. На секунду рассыпаясь, как на искры фейерверка, жизнь текла, переливаясь, как цыганская венгерка. Круг за кругом, честь по чести, не почетно, не позорно, но в одном прекрасном месте оказался круг разорван. И в лицо мне черный ветер загудел, нещадно дуя, а я даже не ответил, напевая аллилуйя. Сквозь немыслимую вьюгу, через жуткую поземку, я летел себе по кругу и не знал, что он разорвался. Лишь у самого разрыва я неладное заметил и воскликнул, что за диво, но движение не замедлил. Я ведь доброе почуял и бессмысленно грозно прошептал я аллилуйя, до уж это было поздно. Те всемирные течения, те всесильные потоки, что диктуют направления и указывают сроки, управляя каждым шагом, повели меня, погнали фантастическим зигзагом по неведомой спирали. И до нынешнего часа, до последнего предела я на круг не возвращался, но я помню, как ты пела. И уж если возвращение совершит, судьба заставит, пусть меня мое мгновение у дверей твоих застанет. Непрекаянный и вишней окажусь я у истока, и пускай тогда Всевышний приберет меня до срока. А покуда ветер встречный, все безумствует, лютуя аллилуйя, светло млечный аллилуйя, аллилуйя. Теперь на пристани толпа и гомонит, и рукоплещет. Из дальних стран пришел корабль, его весь город ожидал. Горит восторгом каждый лик, каждый взор восторгом блещет. Гремит салют, вздыхает трап, матросы сходят под причал. Сияние славы их слепит, их будоражит звон регалий. У них давно уже готов ошеломляющий рассказ, как не щадили живота и свято честь оберегали. И все прошли, и превзошли, и осознали лучше нас. Ты знаешь, я не утерплю, я побегу полюбоваться. Я ненадолго пропаду, я попаду на торжество. Но сколько можно день и ночь с тобой рядом оставаться и любоваться день и ночь тобой, и больше ничего. Ведь мы от моря в двух шагах, и шум толпы так ясно слышим. Я различаю рокот в огненной пушечной пальбе, а ты смеешься надо мной. Ты ешь варенье из вишен, и мне не веришь ни на грош, и я не верю сам себе. Год вокруг царит столпотворенье, и век за веком растворен в водовороте суеты. А ты ужасно занята, ты ешь вишневое варенье, и на земле его никто не ест красивее, чем ты. Изгиб божественной руки всегда один и вечно новый, и в ложке ягодка блестит недонесенная до рта ни кровь, ни слезы, ни вино. Всего лишь только сок вишневый, но не уйти мне от тебя и никуда, и никогда. Продолжаю разговаривать с залом, то, о чем я грозился в самом начале. Пожалуйста, поднимите руки, кто сегодня пришел на концерт, потому что я пригласил его лично. Так,
теперь те, кто пришел на концерт, кого лично Лия пригласила. А если месяц назад на концерт, это считается лично? Да. Тогда все лично. Теперь те, кто увидел объявление ВКонтакте. Да, немножко статистики. Теперь те, кто увидел объявление, напечатанное на бумаге. Бумажные афишки такие на листе А4 и черно-белым принтером. Отсюда вывод. Афишки не нужны. ВКонтакте не нужен тоже, потому что из 14 человек, кто придет точно, и из 104, кто придет возможно. Еще раз, кто из ВКонтакта? Раз, два, три, четыре, пять. Вот. А тогда вопрос, как остальных пригласил еще кто-то, правильно я понимаю? Нет, у остальных Васьки все время бегущей строкой ваше объявление о вашем концерте. Если это лично, то ну хорошо. Я просто пытаюсь понять, каким образом привлечь еще больше зрителей. Платите зрителям. О, давайте. Кто узнал с предыдущего концерта? Хорошо. Тогда сейчас будет объявление. Дорогие друзья. 24-го. 24 марта 2012 года. Если не умрем. Нет, мы будем живы, мы вам обещаем. А ты все будешь в Праге? Некоторые из нас уедут в Европу. Но это не я и не Лия. Поэтому концерт 24 марта здесь же, на этом же самом месте. Время, наверное, будет примерно то же. Приходите, зовите друзей, знакомых, незнакомых и кого угодно. А мы пока поищем себя. В белой мгле ледяных высот я искал себя с фонарем и без. Но нашел только лед и лед неподвижный хлад, точно взгляд небес. Видел я отраженный луч от льда, летящий назад к звезде. Видел тьму облаков и туч, но себя, увы, не нашел нигде. В теплый мрак океанских вод я проник, затем не сомкнув ресниц. Там, девясь, созерцал полет узкокрылых рыб, точно бывших птиц. Слышал смех голубых наяд, тяжело звучащий в глухой воде. Видел прах боевых армад, но себя, увы, не нашел нигде. В недра вниз, в глубину под спут я пробрался, но обнаружил там только склад разноцветных рук. Нитивильный блеск, молибден, вольфрам. Встретил глину, песок, гранит, но себя опять не нашел нигде. Словно я неизвестный вид, словно нет меня ни в какой среде. И тогда, предоставив сну продолжать все то, что и было сном, я раскрыл наугад одну из старинных книг, иностранный том, не вникая, какой тут прок, что за том в руках и о чем глава. Взял я первые буквы строк и сложивший их, получил слова, был в словах. Заключен приказ, я тебе его пробою сейчас. Find yourself in a looking glass, in a looking glass, in a looking glass. Мамочка сегодня моя после репетиции не смогла присутствовать, поэтому она дома. Вадим Николаевич, мне это мой товарищ по работе, сообщил, что сегодня день ракетных войск. Поэтому вот следующая песня как-то сама попросилась.
Что? 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 Что еще такое там белеет? Боже мой, фрегат испанский, трехпочтовый, все по тексту, вот тена. Однако жаль судом владелец, ибо если ты за мной, то на взаимность не рассчитывай. Прошли те времена, давай друг друга по плечам, не бить их здорово, не молоть. Хоть суету из всех орудий, хоть лавиры, хоть табань, хоть в адмирал, запиши меня вне очереди. Хоть я золоти, не сяду я в твою лохань. Конец прыжкам, вымен пушки, мы спеты. Но тем вернее в потайных кладовых блестят, уставив в облака свои зеркальные бока, и разрешают мне дышать от сих до сих. Мои ракеты, замена счастью, как выразился классик, лишь мощь и власть их. Теперь оплот последних чаяний моих. Кто, 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 кто еще такой с грузовика поверх голов почти поет, поворотясь к потенциальным бунтарям? Что надо действовать трям, трям, как он среди орлов, а не бездействовать, как я, сродни ужам, трям, трям, шурум-бурум, лучший спаситель. Разглагольствуй, забывай, стань пролетарием всех стран и грифеем всех наук, уже и брони орлов приветствую, но меж тем не забывай, где есть ужи, там нет гадюк. И даже твой силуэт на монетах не означает, что ты божество. В том важный может быть момент для собирателя монет, но поглядел бы он, как много есть всего в моих ракетах. Какой сезам для развитого нумизмата, серебро и злато. Вьюба ты браво, если ж в рифму, то браво. Чем еще таким увлечь пытается меня земля, где каждый век шумит о новой правде для детей, как бы будто бы объявлен план судьбы злобу дня и поражает новизной всех румяней белей. И каждый раз под этот бал я пробуждаюсь от сна и выхожу в открытый космос и вплотную без помех на правду новую смотрю и убеждаюсь, что она стара, как смерть, страшна, как смертный грех. И словно шпильман к своим флажолетам или к Монбланам своим Скалолаз, или Банур и ниже с ним баранам нашим и чужим, я неизменно возвращаюсь каждый раз к моим ракетам. В кривое зеркало, где вещь двоится, мнется, дробится, рвется, и лишь затем уничтожается, как класс. Для завсегдатаев наших концертов я уточняю, все еще вода, которая всегда. Ну вот тут тема, конечно, не морская, но вполне себе озерная, поэтому сужаем, да, как-то масштаб. Песенка тоже по заказу наших постоянных зрителей. Пел, как снег, не зря из века в век пилил его и чистил альпийских вод разбег. На тот берег пел, со склона сад смотрел, в саду был дом, а в доме дымясь камин горел. В саду был дом, в доме дымясь камин горел, дверной скрипел навес, и сад шумел, как лес, пока закат струился с вершин, с высот, с небес. По склонам мгла текла, и ты туда, где мгла, холодными руками с собой меня влекла, холодными руками с собой меня влекла. Потом опять высок,
восток. Опять прилив был звонок, опять певуч песок, и все цветы земли, глаза раскрыв, цвели, и Франция сияла за озером вдали. Звучали так, как будто внушали мне прощай. И берег пел, как мел, прощай, прощай, мне пел. И ветер выл о том же, и темный сад шумел. И ветер выл о том же, и темный сад шумел. Пришлось очнуться мне и прочь отплыть в челне. Я плыл жизнь другую, задумывал в черне. Свежо дышал зенит, и дочисто отмыт был берег тот, где ты, где я начисто забыт, и где огонь в камине. Удивлен, не знаю, будете ли удивлены вы, но мы незримо и совершенно так вот незаметно для себя подошли к концу первой части. После следующей песни у нас настанет ожидаемый антракт. Но вы, пожалуйста, не пугайтесь, вот некоторые спецэффекты, которых можно с непривычки оропеть. Я потом подумаю над тем, что я сказал сейчас. Вот. Да, а в начале второго отделения у нас на сцене будут наши дорогие гости. Они могут уже начинать морально готовиться к своему выступлению. А мы начинаем песню под названием «Конец первой части». От багажа избавившись, и в зале ожидания несколько стыд себя позавчерашнего, сужу не без усмешки, отпала предыстория. На тысячу рассыпавшись частей, теперь убытки все, издержки спешки, долой с костей, как оплоша в ломбарде. Пускай потом оценщик вам наврет анкету, опровергнет паспортиста, да еще леса. Аэропорт Лагвардия работает на вылет и на влет, беспересадочный до Сан-Франциско. 4 часа, уразумя, резерваться некуда. Уже в мировоззрение самое утро внедрилось и хозяйствует веселая бацилла. Душа опять как некогда затребовала крыльев и колес, и острота прицела даль посыла почти всерьез. Хотя, конечно, в сущности летание за 3-9 столиц, лишь кое команда. Лишь заминка выспаться и прочь. Не перемена участи, а так себе листание страниц. И хорошо, что хоть одна картинка, да не точь-в-точь разумел дистанцию. И вот уже другого цвета этажи, и вот уже трамвай не тот же, что в Москве. Но мы же дома, где не те над морем уровни, и рельсы расположены не те. На рубеже стихи пошли по кромке, почти нигде, но где в упор Евразии. Маршрут не озадачивает меня, я верю, что вожатый трассу эту знает на зубок. А для которой отказий он влево поворачивает звеня, а для такой, что прямо рельсов нету, есть только в бон-ревуар отечества. И выводы мы, и ты родная речь, и кашель ежеутренний, и огненная влага, да теперь суровых летчиков. Пример передо мной не сокруши, у одного из них у Джима фляга, но стряга Джима флягером Бакарди. Оно Джим скорее пылит, чем нальет, зато и отправляться с ним без риска можно в небеса. Аэропорт Лагвардия работает на вылет и на влет, беспересадочный до Сан-Франциско, беспересадочный до Сан-Франциско.
пересадочной до Сан-Франциско. Четыре такта паузы, а дальше звуковая чудо-полоса. Играет пианистка.